Так назвали когда-то, 8-9 веков назад, этот остров Ижоры. Народ финно-угорской языковой группы. Кажется, что эти красивейшие места с суровой северной природой иначе назвать и не могли. Валаам – земля с многовековой историей и особым статусом, которым люди наделяли ее во все времена. В 12-13 веках, помимо ижоров, эти земли вокруг Ладожского озера начали обживать и карелы. Для них Валаам стал культовым местом. Здесь они сооружали свои капища и поклонялись языческим богам. Ну а сегодня на острове располагается одна из главных православных святынь России – Валаамский монастырь, или Северный Афон, как его еще иногда называют. Монахи верят, что эти места благословил сам апостол Андрей Первозванный, который в первом веке проповедовал Евангелие среди славянских племен. Предание гласит, что он следовал по пути из варяг в греки, проходил здесь, по Ладожскому озеру, и проплывал этот самый большой из островов. Вполне возможно, что он сюда зашел, чтобы и здесь вот посеять это слово, это семя евангельское. Сегодня на Валаам приезжают не только православные, но и люди самых разных вероисповеданий из разных стран мира. Почти все едут в ожидании чуда. Едут своими глазами увидеть, как на скалах суровой Ладоги цветет виноград и взмывает к небу 70-метровая колокольня. Едут посмотреть на места, где творили Шишкин и Лесков, Рерих и Чайковский. Из уст в уста передается слава о том, что Валаам меняет мысли, а иногда и судьбы, и дает людям ответы на самые сложные вопросы. Я не видел такого человека, который бы, побывав на Валааме, не получил какой-то вот именно положительный опыт, таких вот переоценки какой-то ценности. Находится на территории Карелии. Он расположен в глубине Ладожского озера, примерно в 20 километрах от берега. Валаамские острова врезаются в Ладогу многочисленными мысами, образуя живописные заливы. Скалистые участки сменяются лощинами с дремучим ельником. Здесь сохранились деревья 200-300-летнего возраста. А в лесах есть целый каскад внутренних озер с чистейшей водой. Девственная карельская природа сама как бы указала людям место для создания обители. Валаам – самый большой остров на Ладоге. Трудно поверить, но уникальная экосистема острова, какой мы видим ее сегодня, была создана руками самих монахов. Приезжая сейчас и видя вот это все богатство лесное острова, ну, про архитектурное я не говорю, а создается впечатление, что это райский сад. Но много веков назад здесь не было практически почвы. То есть все богатство, которое мы видим, это создано за последние 150 лет практически. Монахи сотворили настоящее чудо. Они не только построили обитель, они еще и несколькими столетиями спустя населили остров растениями, совершенно нетипичными для северных широт. Все началось с дружбы настоятеля монастыря, игумена Дамаскина, с главой императорского ботанического сада Эдуардом Регелем. Тот с 1840 года проводил опыты по интродукции, то есть по пересадке растений в чуждую для них среду. И Валаам стал, по сути, одним из крупнейших экспериментальных полигонов. Интродукции, как Валаам, просто нет в России. Здесь и мелиоративная сеть, и посадки. Посадки различные, и хозяйственные, и ландшафтные, парковые. И, пожалуй, такого опыта нет и даже в Европе.
Как только в середине 19 века открылось прямое пароходное сообщение между Валаамом и Петербургом, сюда начали завозить плодородную почву и саженцы самых разных деревьев, кустарников, цветов и трав. Эдуард Регель лично отбирал растения, сам неоднократно приезжал на остров и участвовал в работах. Поэтому здесь появились американские липы, лиственницы и сибирские, крупнолистная, мелколистная, сосна сибирская и кедровая. Вот это все здесь видно. Пихта сибирская, бальзамическая. Как нигде в другом месте, на Валааме опыты Регеля оказались удачными. Растения не только прижились, но и начали развиваться так, словно это была их родная среда. Многие из них сохранились до наших дней. Удивляет и то, как гармонично монахи сумели вписать в окружающую природу свои постройки. Дороги, мосты, кладбища, часовни. Яркий пример, когда архитекторы, строители очень грамотно выбирали место, вписывали строение в ландшафт так, чтобы оно не диссонировало с той местностью, на которой она строится. Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря уникален. В масштабах России такого больше нет. 13 храмов, десятки часовен и поклонных крестов. Это воистину земля Бога. Храмы представляют все многообразие и богатство русской церковной архитектуры. Сердце Валаама – величественный Спасо-Преображенский собор. Этот исполин был построен на острове в конце 19 века. Колокольня собора высока даже по городским меркам – 72 метра. Как ее строили, до сих пор вызывает удивление. Конечно, кранов в тот момент не было, и использовались только ручной труд. И братья, есть старые фотографии, где с такими специальными приспособлениями на спине по этим лесам поднимали кирпич. Сам собор двухъярусный. Одновременно он может вместить до нескольких тысяч человек. Просторный и светлый верхний храм расписан руками самих монахов. Здесь издавна существует своя иконописная школа. Ее мастера выполняют работу в старинной технике, ориентируясь на каноны 14-15 веков и используют только натуральные краски. Это называется яичная темпера. Желтки на яичном замешиваются пигменты природные, то есть минералы, глина, такие вот цветные всякие глины и минералы, которые не выцветают, ну, камни, в общем. Сам Спасо-Преображенский собор построен на месте погребения мощей основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских. Их история окутана тайной. Как и когда иноки пришли на Валаам, неизвестно. Но по древним сказаниям оба были выходцами с юга, предположительно из Греции. Впервые в летописи их имена упоминаются в 1163 году, когда во время нападения шведов братья перевезла мощи преподобных в Новгород. Позже ковчег был возвращен на Валаам и спрятан монахами в скале. Более точные сведения о монашеской жизни на острове появляются только начиная с 14-15 веков. В это время Валаам дает миру великих подвижников, которые впоследствии станут чтимыми святыми. Арсений Каневский, Александр Свирский, Саватий Соловецкий. Именно они образуют крупнейшие монастыри на русском севере – Каневский и Соловецкий, а также Александро-Свирскую лавру. Примерно в это же время прославится и книгописцы Валаама, которые оставят в наследие уникальные фолианты. В конце 15-го, начале 16 века совершенно точно нам известно, что на Валааме существовала книгописная мастерская. И создавались книги, которые сейчас наши специалисты называют шедеврами книгописного искусства. Это тем более удивительно, что все-таки это совершенно как бы затерянный
на Ладоге остров, в те времена вообще не было никаких селений вокруг. То есть дремучие леса, и вот среди этих дремучих лесов Валаамский монастырь, который, в общем-то, можно назвать центром у нас книгописания в то время на севере. Сосчитать, сколько раз за свою историю монастырь подвергался нападению врагов, разрушался, горел и вновь непостижимым образом восставал из пепла на земле Бога. Только в 16 веке шведы трижды нападали на остров. Начало 17-го, пожалуй, самая трагическая страница в истории монастыря. Когда поляки уже стояли под Москвой, русский царь Василий Шуйский прибег к помощи наемников. Был приглашен шведский экспедиционный корпус, почти 5000 человек, которые должны были пройти маршем к Москве и помочь русским войскам, которых, в общем-то, шансов было очень мало. За это было обещано денежное вознаграждение и по тайному договору Карельский уезд, к которому как раз относился и Валаамский монастырь. И, соответственно, было дано тайное предписание всем жителям этих земель, и валаамским монахам в том числе, подготовиться к эвакуации, к уходу. Стены родной обители покинула лишь часть монахов, благодаря чему были спасены бесценные книги и иконы. Многие иноки во главе с игуменом Макарием остались на Валааме. Когда шведы денежные выплаты вовремя не получили, а жители Карелы, это нынешние годы город Приозерск, восприняли царский указ как провокацию, они не поверили, что их могли отдать шведам по какому-то там тайному договору. И город свой не покинули, держали оборону во главе с епископом Сильвестром. Сюда шведы свое оружие обратили. То есть те, кто должен был защитить Россию от поляков, начал просто ее грабить. Войска якобы де Лагарте высадились на Валааме в 1611 году. Монастырь был полностью сожжен, а братья убито, как писали в летописях, погибло от мечного посечения. В 1617 году Россия и Швеция подписали мирный договор, которому Карельский перешеек и Северное Приладожье вместе с Валаамом отошли к шведам на веки вечные. Там поселились шведские крестьяне, лютеране. И вскоре даже память о существовании на острове православной обители исчезла. Казалось, что монастырю на Валааме больше быть не суждено. Эти земли вернули в состав Российской империи в ходе Северной войны. То есть веки вечные продлились 100 лет. Петр I отвоевал Северное Приладожье и Карельский перешеек. Они вернулись в состав России. И здесь начали возрождение мужского монастыря. Возрождение по инициативе братьев Кирилла Белозерской обители. Поначалу монахам было непросто. Не было духовного лидера. Но в конце 18 века из Саровской пустыни сюда прибыл старец Назарий. При нем начинается расцвет монастыря. Возводятся первые храмы, братские корпуса, больница. Ну а Валаам, каким мы видим его сегодня, был построен в период со второй половины 19 по начало 20 века. Это время правления игумена Дамаскина, личности выдающейся во всех отношениях. При нем Валаам из тихой пустынной обители превратился в статусный монастырь с большим хозяйством и собственным производством. С открытием пароходной линии Валаам-Петербург хлынул поток паломников. Монахи принимали всех, ну а для братьев, желающих уединения, возводились скиты в глубине острова. Это были, как я уже говорил, столярные мастерские, кузнечные мастерские, литейные, кожевенный завод, смоляной завод, известковый завод. То есть он активно начинает на Валааме организовывать эти мастерские, которые потом и помогли, дали такой толчок мощному развитию на Валааме строительства такого внешнего.
Как бы то ни было, но к концу 19 века здесь сложилось, по сути, целое монашеское государство. Да и число братьев было более чем внушительное – почти 1000 человек. Поэтому необходима была полностью вся инфраструктура. В скалах даже водопровод сумели провести. Он почти ровесник петербургскому водопроводу. То есть, если недавно Санкт-Петербургский водоканал отмечал 150-летие своего водопровода, то на Валаме уже тоже во второй половине 19 века существовал водопровод. Здание водопроводного дома мы можем видеть. Вода бралась с монастырской бухты. С помощью паровой машины она подавалась наверх. Там стояли накопительные баки, и вода самотеком по туннелям попадала во все здания. Пароходное сообщение Валаама с Петербургом сыграло положительную роль не только в его хозяйственном развитии, но и положило начало творческим паломничествам интеллигенции на остров. Суровая красота Ладоги и глубокие духовные корни острова привлекали писателей и философов, художников и композиторов. В свое время на Валааме побывали Лесков и Рерих, Чайковский и Куинджи, Клод и Шишкин. Более того, для Академии художеств Валаамский архипелаг стал фактически натурным классом. Игумен Дамаскин не препятствовал приезду студентов. Очень скоро приобрел такую известность и популярность, как натурный класс Академии художеств. И почти все пейзажисты, начинающие пейзажисты тогда в Академии художеств, они приезжали, побывали на берегах Валаама. Век не был столь трагичным для Валаама, как для других обителей. Его спасло то, что в 1917 году Финляндия вышла из состава империи. Если в России из 1300 монастырей к началу гражданской войны не осталось ни одного, Валаам жил, пусть и в отрыве от родины. В 79-м Валааму присвоили статус музея-заповедника. А еще через 10 лет сюда пришли первые монахи и первые энтузиасты из числа мирских людей, кто готов был бросить все силы на восстановление обители на земле Бога. Когда в 90-е годы мы здесь работали, молились, дружили, мечтали, мы не очень загадывали, как быстро все это будет восстановлено, и как будет все происходить, и что будет. Мы просто не думали об этом. А сейчас, когда я оборачиваюсь назад, я понимаю, что случилось невозможное. Душа от восторга в верхнем храме, потому что мне довелось при жизни увидеть, что Валаам опять воскрес, что Валаам опять жив. За эти два десятилетия Валаамский монастырь был не просто отреставрирован, но и дополнен новыми постройками. На острове снова появилось хозяйство. Число братьев возросло до 200 человек. Бесконечная благодарность живет в моем сердце каждый день к людям, которые работали здесь и которые трудятся здесь сейчас, которые помогали и помогают. Ведь Валаам нужен людям, очень нужен. Тысячи сердец зажег Валаам. Тысячи сердец здесь получили надежду, утешение, укрепили веру, что-то с ними произошло. И со мной тоже. Основные восстановительные работы на острове уже завершены. А волонтеры все продолжают приезжать. Со всей России, из Белоруссии, Украины, Прибалтики и даже из западных стран.
Иностранцев не пугает особый дресс-код и особые условия, в которые они попадают. Свободолюбивые американки и чопорные британки надевают платки и длинные юбки, отправляясь в сад за ягодами. Филологи из Германии и Испании работают на монастырской ферме. Вот такой нетривиальный способ познакомиться с Россией, ее культурой, языком и духовным наследием. Я много читала об острове и видела фотографии. Мне стало очень интересно узнать больше о православной вере и о русской культуре. К тому же я думала, что было бы здорово сделать что-то хорошее для русского народа. И вот я здесь. Я не могла поверить, что это все настоящее, когда впервые сошла с лодки. Казалось, что это модель, созданная кем-то, произведение искусства. Для многих поездка на Валаам становится переломной. Люди приезжают за красотой и островной романтикой, а получают нечто большее. У меня жизнь просто была до Валаама совсем другой. После Валаама это просто как две разных жизни. Отношения к людям меняются, начинаешь просто как-то больше любить людей и больше понимать трудности людей, и сам меняешься совсем. Накануне праздника Преображения Господня, в народе Яблочного Спаса, на острове собирают первый урожай. Сады – особая гордость Валаама, наследие эпохи Дамаскина. Тогда было разбито сразу три плодовых сада, для которых особым образом готовилась почва. Естественный плодородный слой на Валааме всего 10 сантиметров, поэтому, конечно, выращивать здесь было бы невозможно, и поэтому монахи старые решили создавать свою почву. Для этого на террасированные уступы настилался хворост, наносилась зола, строительный мусор, щепа, пересыпалось все это золой, известью, привозилась земля достаточно большое количество с материка, облицовывался, эти уступы облицовывались габродиабазом, который с южной стороны на солнце нагревался, тем самым обогревал корни растений. Уход за растениями был не хуже, чем в ботаническом саду, из которого сюда и присылали саженцы. Каждому дереву было представлено по 10 монахов. В итоге урожайность превзошла все ожидания. Яблоки и груши ящиками отсылали на материк. А новые сорта, выведенные самими монахами, участвовали в международных выставках. Но что самое потрясающее, несмотря на десятилетия запустения, многие из яблонь дожили до наших дней и продолжают обильно плодоносить. Для вот этих вот 100-150-летних экземпляров урожайность очень хорошая. Это, конечно, уникальное явление. Особенно в этих северных широтах, здесь же не хватает тепла. Еще одно чудо валаамских садов – это виноград. Теплолюбивая ягода на Северном острове. Успешный опыт ботаников или знак Божьей благодати? Ученые и монахи каждый по-своему отвечают на этот вопрос. Но факт в том, что виноград на Северном Афоне не менее вкусный, чем на Южном, греческом. Так, земля, принесенная сюда монахами почти 2 века назад, чудесным образом плодоносит сегодня на Валааме. Действительно, это очень ранние сорта, поэтому успевают в зависимости от погоды. Если хорошее лето, солнечное лето, то они поспевают. Вот эти раннеспелые сорта, они очень сладкие, как мед сладкий. На праздник Преображения, на утренней литургии, принято освящать плоды. Это давняя традиция. Сочные спелые яблоки, как память о потерянном рае и обещание его в будущем. Именно в празднике Преображения, да, как Господь явил в человеческом своем естестве, да, ту божественную свою славу. И этим он открыл не только свое величие, да, как Творца этого и Спасителя этого мира, но и величие человека. Поэтому в этом празднике мы празднуем и то,
тот конечный замысел, который Господь вложил в человека. Престольный праздник, на который приезжает особенно много паломников, чтобы не только увидеть это чудо посреди Ладоги, но и в лучах Валаамского света ощутить свое личное преображение на земле Бога. Исчезает.